Когда беседы не помогают, приходится бить по карману. Еженедельные рейды по водохранилищу больше не носят профилактический характер. Все лето с отдыхающими вели беседы о правилах поведения на природе. И теперь тех, кто их не усвоил, ждут денежные штрафы. Увидев межведомственную комиссию, кто-то бежит тушить костер. Пара секунд и повода для штрафа словно и не бывало. Значит, правила большинству туристов знакомы, а их нарушения происходят сознательно. Все, мы накосячили, да. Дело в том, что это административное правонарушение. Да, мы понимаем. Чтобы вместе с шашлыками не спалить лес, огонь должен быть под контролем. В кулинарных целях нужно использовать мангалы и желательно дальше от деревьев. На нарушителей были составлены административные протоколы. Всем отдыхающим розданы памятки. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.